Четверо украинских моряков вернулись в Украину. Годовщина авиакатастрофы в небе над Тегераном и в Херсоне. На Рождество зацвели розы и одуванчики. Мы подводим первые итоги этого дня в прямом эфире телеканала «Дом». Я Николай Сорокваш. Добрый вечер. После почти 5 лет в ливийской тюрьме домой вернулись четверо украинских моряков, членов экипажа танкера «Капитан Хайям». В декабре 2017 года ливийский суд приговорил украинцев к 5 годам заключения. Почему их освобождение оказалось столь сложной задачей, разбирались мои коллеги. После 5 лет заточения сначала в СИЗО, а затем в ливийской тюрьме они вернулись домой. На посадочной полосе мужей, сыновей и отцов встречают самые близкие. Эмоции зашкаливают, потому что мама, Артём, вот, сын мой приехал встречать. Дочка ждет дома. Ну, эмоции зашкаливают. И спасибо огромное, что вот эти 5 лет... Конечно, тяжело было, но выдержали. Спасибо. Живы и слава богу. 13 февраля 2016-го военно-морские силы Ливии захватили турецкое судно «Капитан Хайям». Экипаж корабля интернациональный. В том числе на борту находились 4 украинцев. Моряков обвинили в контрабанде горючего. В декабре 2017-го ливийский суд приговорил моряков к 5 годам заключения. Вернуть их домой оказалось непростой задачей, рассказывают в украинском МИДе. В стране война, а значит и посольства украинского там нет. Правова система Ливії не функціонує належно. І невідомо навіть, чи вдалося б звільнити цих громадян. Ми не були впевнені в тому, що так саме належним чином у звичайний правовий спосіб довелося задіювати представников інших відомств. 5 лет в нечеловеческих условиях сказались на здоровье наших моряков. В тюрьме пережили даже бомбежку. В прошлом году в здание попало 45 снарядов. Но едва ступив на родную землю, украинцы, кажется, забыли все плохое. На данный момент освобождены не все члены экипажа. В ливийской тюрьме остаются еще 2 граждан Азербайджана. Сейчас идут переговоры об их освобождении. Не пожелавший представиться представитель судовладельца в эксклюзивном комментарии телеканалу «Дом» рассказал, компания со своей стороны сделала все возможное для освобождения экипажа. В 2016-м террористы захватили их примерно в 35 милях от Ливии. Они задержали их, забрали корабль, людей, груз, забрали все. С тех пор мы работали, чтобы освободить их. И только вчера, наконец, они были освобождены и этим утром смогли вернуться в свою страну. Участие судовладельцев в судьбе моряков подтвердили и в украинском МИДе. К процессу освобождения подключилось политическое руководство Турции, дипломатические службы и международные правозащитные организации. Для того, чтобы многие чиновники начали шевелиться, нужно, чтобы президент топнул ногой. И президент топает ногой, когда в этом возникает необходимость, понимаете? И последние истории с освобождением 2 экипажей, по сути дела, вот на моем опыте тому доказательство. Летом 2020 года из ливийского плена на родину вернулись 14 членов экипажа танкера «Рута». На сьогодні повернула ще 4 громадян. Президент Зеленський з самого початку заснував цей принцип, що ми повертаємо своїх громадян, які опинились в негараздах за кордоном. Держава надалі буде робити все можливе для того, щоб повертати наших українців додому, до батьківщини. Президент Владимир Зеленский поприветствовал возвращение освобожденных моряков на родину. Украина никогда не забывает и не оставляет своих в беде. Освобождение граждан, оказавшихся в беде, это наш приоритет. Освобожденные моряки выходные проведут дома с семьями, после отправятся на реабилитацию. О возвращении в море пока не мечтают. Инна Мазуркевич, Киев, Одесса. Твой дом. Они ушли в небо. Сегодня в 1-ю годовщину трагедии Украина чтит память погибших в авиакатастрофе самолета МАУ, сбитого иранскими военными вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На том борту было 11 наших сограждан, 2 пассажира и 9 членов экипажа. В память о них в Киеве, в парке Вербовый Гай открыли сквер. О боли, которая не утихла даже спустя год после трагедии, родные погибших рассказали нашей Елене Дидух. Парное количество цветов в букетах и боль утраты в глазах. Здесь трудно сдерживать слезы и подбирать слова. Не буду ничего говорить, но я буду плакать. Я уже только чую музыку, уже все. Мы сегодня згадуємо командира экипажа Апоненка Володимира. Це чоловік моєї сестри рідної. Кожного року, як і кожної хвилини, будемо згадувати цю прекрасну, цю веселу людину, яка дуже любила небо. Він зараз там. Год назад, спустя несколько минут после взлета, в небе над Тегераном загорелся пассажирский самолет международных авиалиний Украины. Та катастрофа забрала жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Лишь спустя 3 дня Иран под давлением Канады официально признает, воздушное судно по ошибке сбили иранские военные. Коллеги-пилоты ни на минуту не сомневались в профессионализме экипажа. Исключительно надежная техника, исключительно подготовленные пилоты, то есть ничего не могло произойти. Лишь через год после крушения с 5-й попытки Иран все же передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы. Это технические звіти, які передають по линии ИКАО. Это есть сегодня в справе. У Генеральной прокуратуры есть 2 месяца для того, чтобы они подивилися уважно той звіт, дали свои зауваження. Я можу сказати, що це одна із составних речей, які сьогодні є в тому процесі. Президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря присвоил звание Героя Украины всем членам экипажа самолета МАУ рейса ПС-752 Тегеран-Киев. В День памяти жертв трагедии на своей странице в Фейсбуке глава государства заверил украинцев. Сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации. А сквер памяти скоро превратится в мемориальный комплекс, напоминающий о несправедливой гибели людей в мирное время. Это место будет для нас дорогим и очень важным. В Тегеране тоже почтили память погибших во время катастрофы самолета МАУ. Сотрудники посольства Украины в Иране возложили цветы на месте трагедии. Елена Дидух, Сергей Савчук, Киев, «Твой дом». 5 стран, чьи граждане были на борту сбитого самолета МАУ, собираются привлечь Иран к ответственности. В совместном заявлении Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция призвали Тегеран объяснить, чьи решения привели к трагедии. Как заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, Киев со своей стороны делает все, чтобы виновные в катастрофе не избежали наказания. Я та моя команда вживаємо всіх можливих і неможливих заходів на всіх рівнях: консульському, авіаційному, кримінальному, міжнародно-правовому, які мають на меті лише один результат – встановлення справедливості. Для нас справедливість – це правда. І ми робимо все, щоб точно встановити всі обставини збиття нашого літака. Справедливість – це верховенство права. Я впевнений, що настане день, коли абсолютно всі винні у цій трагедії будут належным чином притягнуты до ответственности. До 5 возросло число жертв беспорядков в Капитолии. От ранений, полученных во время штурма в Вашингтоне, скончался полицейский. Пока в Конгрессе США рассматривают возможность импичмента Дональда Трампа, в команде президента начались массовые отставки. А он сам, как сообщают СМИ, рассматривает возможность самопомилования. После 12-часового вынужденного молчания в соцсетях Трамп вернулся в Твиттер с видеообращением. В нем действующий глава страны осудил нападение на Конгресс и пообещал мирную передачу власти новоизбранному президенту. Как и все американцы, я возмущен беззаконием, погромами и насилием. Те, кто нарушил закон, вы заплатите. Теперь, когда Конгресс подтвердил результаты, новая администрация вступит в должность 20 января. И я сосредоточен на обеспечении плавного, упорядоченного и беспрепятственного перехода власти. Издание The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, Дональд Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя, чтобы в будущем избежать юридического преследования. После беспорядка в столице конгрессмены и сенаторы от Демократической партии заговорили о досрочной отставке действующего президента. Хотя официально Трамп должен покинуть пост уже 20 января. Злоупотребление властью президента, его подстрекательство толпы против должным образом избранного президента в Соединенных Штатах – это преступление, за которое может быть объявлен импичмент. Среди вариантов отставки рассматривают 2 основных – импичмент или 25-ю поправку Конституции США. Последняя позволяет передать полномочия главы государства вице-президенту. Для этого нужно, чтобы президента объявили недееспособным его же администрация вице-президент. Поправка не применялась ни разу с момента ее принятия в 1997 1967 году. И это вряд ли произойдет сейчас, говорят эксперты. Я бы сказал, что применение 25-й поправки – это более сложный способ попытаться отстранить президента. И у него меньше шансов на успех. Ведь это требует активного участия вице-президента Пенса. А он уже выразил нежелание использовать 25-ю поправку. После беспорядков в США началась волна отставок. Заявление на увольнение подали министр транспорта и министр образования, глава полиции Капитолия и другие высокопоставленные лица. Тем временем полиция и ФБР начали розыск участников штурма. Чтобы не повторить события минувшей ночи, вокруг Капитолия устанавливают 3-метровый забор как минимум на месяц. Сейчас там находится 850 военных Нацгвардии США, а к выходным их будет 6500 человек. Инна Касинская, телеканал «Дом». И возвращаемся в Украину. Чуть больше 5500 заболевших за сутки. С такими показателями наша страна встретила начало двухнедельного жесткого карантина. Что будет под запретом и соблюдают ли украинцы новые правила, проверили наши журналисты. Торговля, образование, спорт и досуг – основные сферы, которых коснулся локдаун. С сегодняшнего дня под запретом работа бассейнов и спортзалов, магазинов, продающих промтовары, театров и музеев, общепита и многого другого. Ограничений множество, но и исключений немало. Буде відбуватися торгівля продовольчими товарами, торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення та ветеринарними препаратами, торгівля засобами гігієни, засобами зв'язку та кормами для тварин, торгівля побутовою хімією та друкованою пресою. Первый день локдауна наша съемочная группа выезжает в центр города, чтобы увидеть, соблюдают ли правила карантина в столичных заведениях. Первая точка торговли в нашем рейте – супермаркет электроники. Наразі в Украине действует обмеження локдауну, знаете, да? Так, звичайно. Певні категорії товарів в вашому супермаркеті до продажу заборонено. Так. Ви це знаєте, так, дотримуєтесь. Да, ми бачимо, що все огорожено. Засоби зв'язку продаються. І так ви працюєте, я розумію, на онлайн-доставку, онлайн-замовлення. Ну, ми націлюємо вашу увагу на дотримання правил обмежень карантину. Правил карантина здесь придерживаются. Почти все витрины закрыты, доступны к продаже только мобильные телефоны. Дальше направляемся в продуктовый магазин. Торговля здесь разрешена, но тоже не без ограничений. Вот, до прикладу, бачите, в супермаркеті визначено перелік товарів, де написано, з чим можна торгувати під час локдауну, чим ні. Тобто продаж промислових товарів заборонений. Дальше еще пара магазинчиков, кафе, работающие на вынос, и несколько полностью закрытых бутиков. Зачинено. Промислові товари, відповідно, працювати не можуть. Обмежена їхня робота, вони зачинені. Во время рейда в первый день локдауна столичные полицейские нарушений в работе заведений торговли не выявляют. А вот сотрудники Госпотребслужбы, проводившие свой рейд, так и делают несколько замечаний за несоблюдение социальной дистанции среди клиентов. Вам треба більш ретельно, щоб дотримувалось того маркування, яке у вас, ну, бачите, да? Воно порушується, так, знаєте. Те ж саме в черзі і там, на касі. Стосовно дотримання соціальної дистанції. І, звичайно, слідкувати, щоб не було скупчення людей безпосередньо в торгівельній залі. Не повезло и лоточникам в подземном переходе. В одном продавали батарейки, наушники и зарядные устройства, в другом – защитные маски. Их попросили закрыться до 24 января. Продавцы оправдываются, узнали о постановлении Кабмина из новостей, но не все разъяснения понятны. Ну, сказали, що не можна. Батарейки я чув, що можна. От, средства зв'язку, все, що средства зв'язку держать. І от, шнури різні, потім зарядні пристрої. От, так що, ну, сказали, значить, закриваємося. Несмотря на все ограничения и неудобства, большинство киевлян к локдауну относятся с пониманием. Раз такое в стране творится... И не только в стране, а в мире. Потому можно подождать чуть-чуть для того, чтобы жить дальше как люди. Конечно, надо пережить. Почему-то европейские страны это делают, а мы типа на авось надеемся. Впрочем, мнений столько, сколько и людей. Встретили мы и адептов теории всемирного заговора. Это все, я думаю, придумано, навязано всемирной там ассоциации какой-то там, чтобы людей загнать в стойло и просто уничтожать. Начавшийся сегодня локдаун продлится в Украине до 24 января. Все это время карантинные ограничения будут сохраняться. Валерий Бакус, Илья Крипак, Киев, «Твой дом». И в продолжение этой темы. Повлияло ли ужесточение карантина на работу КПВВ и много ли было желающих пересечь линию соприкосновения в первый день локдауна? Мои коллеги расскажут далее. До встречи, удачи, пока! Валентина провожает мужа в неподконтрольный Киеву Донецк. Он едет к сестре на праздники. Перед вот этими суматохой праздничными нам позвонили со штаба ГОС и сказали, что 8 числа вы можете спокойно, свободно проехать. В первый день усиленного карантина на Новотроицком немноголюдно. Линию соприкосновения пересекли лишь полсотни человек. Многие не были уверены, что пункты пропуска будут работать в прежнем режимі. Поки додаткових якихось наказів розпоряджень від командувача об'єднаних сил не надходило, то ми працюємо, як нам визначено, попереднім розпорядженням. Кожного дня з 8 години ранку і по 16 вечора. Работает в штатном режиме и сервисный центр на Новотроицком. Здесь собраны все необходимые услуги: Ощадбанк, магазин, медицинский пункт и почта. Перед Новым годом был, этого ничего не было. Я удивился. Вот. И Ощадбанк, и услуги административные быстро сделали. Не изменился график работы и КПВВ в Станице Луганской. Через пункты пропуска ежедневно проходят около 1000 человек в обе стороны. За рішенням командуючого об'єднаних сил усі КПВВ на лінії розмежування функціонують щоденно з 8 до 16:00. Такий порядок роботи буде продовжуватися під час посилення карантинних заходів. Умови перетину лінії розмежування зовсім не змінюватимуться під час посилення карантинних обмежень. Тем временем работу пунктов пропуска в Счастье и Золотом продолжают блокировать со своей стороны незаконные вооруженные формирования. Люди, як завжди, проходять КПВВ у Щасті та Золотому, але їх, як завжди, завертають окупанти, пояснюючи це відсутністю домовленостей. Варто зазначити, що протягом тижня передсвяткового в нас ми фіксували незначне збільшення пасажиропотоку у КПВВ Станиці Луганській. Уже у свята, у новорічні свята та у різдвяні свята пасажиропотік впав і тримався на рівні не більше 1000 громадян в день. На всех КПВВ необходимо придерживаться карантинных норм, носить маски, после пересечения линии соприкосновения пройти двухнедельную самоизоляцию или сделать ПЦР-тест. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Донецкая и Луганская области. «Твой дом». Настоящее рождественское чудо в Херсоне. На здешней набережной расцвели розы и одуванчики. И пока горожане наслаждаются ароматами, экологи советуют жителям юга нашей страны привыкать к цветам в разгар зимы. Чудом природы полюбовались и мои коллеги. Ярко-желтые одуванчики усеяли Херсонскую набережную. Жители города радуются цветению в январе. Видите, погода меняется, климат потепление меняется. Идет. Да. Поэтому любопытно, что зимой такая трава зеленая. Скоро бананы будут расти. Слышали, что пчелы где-то даже летают. Раскрыли свои бутоны и розы. Весенние и летние растения проснулись в январе из-за теплой зимы. В городе до сих пор цветут хризантемы. Это было и в прошлом году, и предыдущие годы, когда мы видели такие аномалии. Поэтому, чтобы удивить, я думаю, что уже мы не удивляемся, а наоборот мы как-то задумаемся о том, что как бы климатические зоны у нас смещаются, да? Вот дубочки цветут до сих пор, да. Обычно они до Нового года уже все, их мороз добивает, а тут... Причуды природы не обошли и дачу эколога Михаила Подгайнова. Ученый говорит, растения адаптируются к погоде. Они выдерживают эти вот заморозки ночные, а потом продолжают тут свести в надежде на то, что днем потеплеет, солнце выйдет. Это уже новая норма, да. Все-таки глобальное потепление никто же его не отменял, и оно вот так проявляется. Синоптики зафиксировали в Херсонской области несколько тепловых рекордов в конце декабря. Начало января тоже было самым теплым за последние десятилетия. Ми взагалі останні 30 років ми спостерігаємо поступовий підйом температур, але все це вже було. В кінці 18 століття у нас теж були температури високі. І можу сказати, що буде і надалі на зміну теплому періоду, який буде, мабуть, десь років 10-12 І потім буде знову холодний період. Ми це вже проходили не один раз. Природные аномалии удивляли жителей города и в конце осени. Тогда в Херсоне во второй раз цвели каштаны, сирень и акация. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсон. Твой дом. В следующем выпуске новостей мы подведем итоги этого дня. Тем временем подписывайтесь на наши страницы в интернете, наш телеграм-канал и, естественно, сайт телеканала «Дом». Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Берегите себя, свой дом, Украину.